Они только что написали. Наши поисковики почти достигли цели. Нам сообщат, где они в любую минуту. Так мы просто будем ждать здесь, попивая кофе. Или ты можешь подумать о том, что скажешь, когда увидишь Хоуп. Или, что важнее, что ты не скажешь. Тебе захочется накричать на нее, но потом пожалеешь об этом. Знаешь, тебе за многое нужно ответить, и не только за потерю моей дочери. Она не потерялась. Это все твои речи. Будь лучшим отцом, принимай больше участия. Я не произношу речей. Я не оратор. Я даю конструктивные советы. К которым я прислушиваюсь на свой страх и риск. И Хоуп не облегчает задачу. Ей больше не 8 лет. Она не должна равняться на тебя только потому, что ты ее отец. Ты должен заслужить это. По правде говоря, это ужасно. Было достаточно плохо, когда приходилось держаться на расстоянии, но теперь появилось желание быть рядом и защищать ее. Постоянное переживание. Никогда не чувствовал такой боли. Ну, поздравляю. Ты стал отцом. Она беглянка. Зачем? Зачем она это сделала? Все довольно просто. Некоторым девочкам нравятся плохие мальчики. И чем более они загадочны, тем больше нравится. Говоришь так, будто это неизбежно. Это не что-то само собой разумеющееся. Для некоторых девочек, да? Так было со мной. Если в радиусе 5 миль был плохой парень, я должна была найти его. И некоторые из них были очень старыми для меня. Уверен, у них были чистые намерения. Возможно. Возможно. Мои поисковики провалились, но мы знаем, где они. Как? Найди мой айфон. Поехали. What's up, we cross the nectarines?